Ребята, всем привет! С вами Ксюша. Сегодня я пришла в Пять Озер в подружку. Закуплюсь вместе с вами здесь косметикой. Кстати, в этом торговом центре уже поставили новогоднюю елку. Оцениваем. Новогоднее настроение обеспечено. Тут еще моде тоже просто новогоднее. Но мы сегодня закупаемся не канцелярией, а косметикой. Вот наша подружка. Я предлагаю туда уже идти. Я очень замерзла. На улице у нас просто холодео. Дубайск. Серия закупок косметикой. Сегодня мы начнем с подружки. А вот что будет в следующий раз, пишем в комментариях. Так, я тут вижу L'Oreal. Смотри, вот такой тон у меня есть. Очень клевый, я им летом буду пользоваться. Оставила его на лето. Я уже вижу, что я возьму. Ладно, мы смотрим дальше. Значит, это такая пудра. Но пудру я почему-то не хочу вот брать сегодня. Тон, консилер, пудры не хочу сегодня. Хочу больше декоративного, чего-то такого яркого, интересного. Но смотрите, вот, допустим, помадки тут есть. Так, это какая-то обычная. Мне понравился этот оттенок, очень интересный. А я вообще не вижу... А, вот, смотри, я вижу вот такой беленький, вот он. Цена у него 939 рублей. Ой, смотри, какой интересный дозатор. Блестит вообще, капец. Пахнет какой-то жвачкой арбузной. Предлагаю идти дальше. Если что, мы сюда обязательно вернемся. Это я вообще не знаю, что это. Смотрите, помада для губ. Это тоже помада для губ. Давайте посмотрим на тестер. Цена, кстати, 995 рублей. Но цвет, да, мне не особо нравится. Такой очень темный, как кровь. Следующий цвет. Вообще неудобно как-то сделать. Тоже темный, такой мне не нравится. Этот еще темнее. О, вот этот уже поприятнее. Но все равно, видите, темноват. А этот вообще какой-то черно-фиолетовый. О, прикол. Вот это реально как кровь. Может взять такой? Буду вампиршей. Так, дальше эта штука интересная. Может тоже помада? О, посмотрите, какая красивая помада. Тут прям рисунки такие, вау. И тут котики такие. Класс. Предлагаю смотреть дальше. Что-то я как-то не понимаю эту фирму, и как-то тут тестеры лежат неравномерно. Давайте пойдем дальше. Тут я вижу от этой же фирмы палетки. Ой, очень красивые цвета, но они мне напоминают другую фирму, которая у меня уже есть. Катрис, что ли, что-то такое. У меня палетка там, помните, со стразиками вся. Очень похожа у них и упаковка, и расположение теней. О, смотрите, какая пудра интересная. Это как вот Givenchy, смотрите. Какая вот пудра. Класс. Стоит она 449 рублей. Нормально, я считаю. Не как Givenchy. Так, еще что я тут вижу. Давайте присядем. Тут есть косметика поярче. Допустим, вот такие какие-то персики или что это. А, ну это пудра. Я сегодня не хочу брать пудру. Но она тут сердечками. Смотрите, красота. Я еще подумаю. Так, что тут еще можно взять? А, вот эту фирму я знаю. У них есть блески. Такие. Physicals формула. Physicals. Короче, какая-то фирма. И не могу ее прочитать. А по цене этот блеск 989. Абсолютно так же. А вот, кстати, тестер. Подождите, это плампер? Плампер я не хочу сегодня покупать. Но он блестит, конечно, зачетно. Так, смотрим дальше. О, вот это я знаю. Это миниатюрка? Нет? В общем, это румяна для лица, как я понимаю. Да, вот румяна с маслом. Такие прикольные. А вот это бронзер. О, смотрите, что я тут еще вижу. Вот такие тинты для губ. И вижу вот такие блески. А, это тоже тинт. Смотрите, какие свинки, арбузики. А тут есть, интересно. О, тестер. А, нет, не тестер. Ну ладно. Тинт такой прям оранжевый. Интересно, он прям в оранжевый или в розовый все-таки он тинтует? О, офигеть. Оранжевая помада. Мне кажется, тинт все равно будет розовый, да, но нет. Цвет красивый. Цвет красивый, да. На лето классно. О, еще вот такие, смотрите, от этой же фирмы. Вот это хайлайтер и румяна. Вот такие цвета тут есть. Светленький, красивый. Я взяла бумажечку для духов, чтобы стереть косметику. Что не нашла тут ничего подходящего. Я предлагаю взять корзину, то может быть дело в ней. Короче, сразу давайте я вам скажу. Я сказала в начале видео, что я знаю, что я уже тут куплю. И вот я до сюда дошла. В общем, мама недавно покупала мыло для рук.
вот с таким ароматом молоко и дыня. И мне очень понравилась эта фирма и аромат. И я думаю, может взять гель для душа, но с другим ароматом. Короче, хочу перенюхать все запахи. Смотрите, какая огромная банка гель для душа. И, кстати, недорогая. 449 рублей для такой-то баночки. Показался этот аромат интересным. Ой, капец. Нежнятина. Но знаете, я почему-то думаю, что нужно брать маленькую. Потому что у нас расстояние между полочками не особо большое. И такая баночка туда, думаю, не поместится. А вот для этого в самый раз. Вот я взяла баночку вот такую. Стоит он 329 рублей. Кладем в корзину. Первая покупка. И давайте еще я понюхаю остальные запахи. И, может быть, возьму какой-нибудь еще. Так, это у нас матча и груша. Пахнет как будто только грушей. Ну, вкусно, да, но... Как-то так. Посмотрим. Это эко-био, посмотрите. Дальше авокадо и манго. Ну, тоже такой интересный запах. Но не знаю, я бы такой не купила. Ну да, не особо. Дальше протеиновый йогурт и огурец. А вот это очень вкусно. Вот этот очень вкусный. Вот его я 100% возьму. Кстати, с огурцом был последний, посмотрите. Больше нету. Цитрус и персик. Тоже вкусный прям. Этот мы тоже возьмем. Так, выберем баночку подальше. Этот, кстати, смотрите, вообще по акции. Берем его. И вот остался последний. Это йогурт и овес. Это тоже прям вкусная. Такая молочная, нежная. Прям утром, утренний душ. О, капец. Все, это мы тоже берем. Итак, в нашей корзине 4 геля для душа. Супер. Ксюша закупается косметикой, как обычно. Но смотрите, тут еще есть вот такой гель для душа с шоколадом. Как мы его пропустим и не понюхаем? Он прям... Вот у меня в детстве мне кто-то дарил гель для душа, и он пах точно так же. У него аромат точно такой же, прям шоколад, вкусно. Еще и с кокосиком, и что это, скраб для тела в таком формате. Прикольно. Смотрим обзор, обзор. Я смотрю, подожди. Ну, кремов у меня куча, это мы не смотрим. Я предлагаю брать корзину и идти дальше. Потому что а тут... это что такое, Ксюш? Вот это? Масло, да. О, да, это масло для тела. Ты его не понюхай, да? Почему? Мне кажется, вот так можно. Ага. Это не пахнет. Красный грейпфрут. А, смотри, цветение жасмина и зеленого чая тут есть. Ну вот, наверное, зеленый. Да, это оно. А вот это цветущая орхидея и миндальное молоко, а это красный грейпфрут. А арона, я не знаю, что это. Ну, у меня баттер, у меня баттеров много, это мне не нужно. Я предлагаю брать корзину. А, ну зачем? Мы вот подойдем к Revolution, тут посмотрим что-нибудь. Тут есть маленькие палеточки. Я предлагаю посмотреть все. Есть вот такая зелененькая. Ой, очень темные цвета, я такими точно не буду пользоваться. Смотрите, какая тут еще пудра есть. Это банановая, а это белая. О, посмотрите, какая палетка. Далее вот такая бордовая. О, какие цвета прям такие вечерние. Дальше вот такая красота. Ой, тоже темные, тоже вечерние. Вот она новая. А это что за палеточка такая? Ну это, правда, не тестер, ее не открыть. Вот это жалко. Еще смотрите, какие палетки есть. Тоже нет тестеров, тоже не посмотреть. Вот эти тоже красивые. Это тестер. Такая яркая прям палетка, розовая. И, кстати, и нюд тут есть. Мне нравится вот этот золотой. Такой нежный. Смотрите, он так на вид такой светло-розовый, а на самом деле яркий. Я чуть-чуть взяла вообще. Прикольная палетка, есть такая же в синих тонах. Есть также яркие, но я яркими не пользуюсь. Я сейчас только нюдом пользуюсь. Ну, если только для видео, я могу взять какие-нибудь яркие тени и сделать какой-нибудь там макияж. А так, вообще нюд или без. Теперь мы идем к стендику NYX, вот оно. А, вот тут, я думаю, что мы много чего возьмем. Я точно хочу себе пополнить коллекцию праймеров, вот, поэтому возьмем какой-нибудь праймер. Такой у меня был, он мне как-то так не особо понравился, вот. Он с сусальным золотом вроде как, поэтому его мы точно не будем брать. Также есть вот такой праймер, это travel формат, вот, а с чем и для чего он? 10 в одном, маршмеллоу, он немного сломан. Ты что, пользуешься праймером? Конечно, я праймером пользуюсь каждый раз, пользуюсь всеми подряд, но вообще сейчас Makeup Obsession, который, вот. Кстати, праймер ничего, так мне такой нравится, он немного поблескивает, прикольно. Следующий увлажняет, но такой формат мне однозначно не нравится, мне больше нравятся вот такие баночки.
Вот, они гораздо удобнее. Так, этот матирт. Ну, кстати, я бы посмотрела этот праймер. Хотя у меня кожа особо не блестит. Нет, давайте не будем его брать. А это увлажнение 5 электролитов. Так, посмотрим. Электролитов. Так. Ой. Физика. Это химия. Электролиты, да. Аромат приятный. В чем, кстати, по скидке идет сейчас. 1220. Ну, Никс уже в России не купишь. Если только вот в Подружке, в Золотом Яблоке, отдельного магазина Никс уже нет. Так, смотрим срок годности. И, разумеется, берем. Годен до февраля 2025 года. В корзину отправляется вот такой праймер. Идем дальше. Ну, подойдем сюда же. Смотрите, что тут есть. Это сыворотка-консилер для лица и тела. Это новинка. Тут, правда, нет тестеров, поэтому я, скорее всего, его не буду брать. Вот, но так вообще прикольная штука. Мне кажется, она бы мне подошла. Вот, но, увы. А далее, что тут я вижу? Подводки, это все понятно. Вот, я бы взяла какую-нибудь помадку. Мне они очень нравятся, вот эти именно помады. Вот NYX XXL. Такой оттенок у меня есть, это 21-й. Такого оттенка у меня нет, я таким и не буду пользоваться. Оттенок 13. Мне такой оттенок не нравится, ладно. Можно сразу взять вот этот, посмотреть. 01. Блин, я бы на самом деле открыла его, потому что я не уверена, что у меня такого нет. Нет, у меня точно другого, у меня темнее. Нет, все, я, значит, возьму вот этот оттенок. 01, а этот 3. Такого у меня есть. В общем, возьму только такой. 01 оттенок. Я очень люблю такие тона. В общем, если он мне не подойдет, или если у меня такой уже есть, я его, наверное, кому-нибудь подарю или разыграю в каком-нибудь розыгрыше, потому что помадка реально клевая. Дальше. А, срок годности. Сейчас посмотрим срок годности. До 25 года. Так, следующее, что я хочу тут купить. А, вот такие блески тут есть у NYX. Я даже не буду как бы их тестить, потому что их нет в тестерах, собственно. Вот такой прикольный блеск. Этот с гранатом. Ой, да, гранат. Этот арбуз, гуава. А, вот кокнут, это кокос. Вот, короче, тут есть вот такие вкусы помад. Не знаю, какую взять. Короче, я думаю, что я точно возьму гуаву. Она очень интересно, мне кажется, будет пахнуть. И возьму гранат. А вот остальные, арбуз мне не очень нравится в помадах. Он уже как-то такой классический, и мне приелся очень. А кокос, он и в Африке кокос. Вот, поэтому берем вот эти две. Так, блеск для губ, это оно. Да, джуз, вот, 649. Срок годности... Это новая коллекция, мне кажется, они точно не могут быть позднее 25-го. 25-е, 25-е. Какая-то помадка тут еще есть, но это мы не будем брать. Вообще, я пытаюсь сейчас найти карандаш для... О, кстати, смотрите, карандаши для губ. Почему бы и не посмотреть, какие тут есть цвета? Ну, этот слишком темный, я просто очень люблю карандаши для губ. Даже сегодня, можете заметить, я взяла черный, но, правда, для глаз. Вот. Сейчас посмотрим цвета. Ну, это, видите, сильно темные. Допустим, вот красным я точно не буду пользоваться. У меня есть темно-красный уже. Ну, такой оттенок мне тоже нравится. Короче, оттенки такие себе тут. Вот этот ничего. Ну, нет, он, я тоже не люблю такие розовые. Давайте дальше. Также тут есть вот такие блески. А, этот розовенький. У меня есть такой фиолетовый. Вот. И также тут еще есть вот такой блеск. Нюд вообще. Думаю, может взять какой-нибудь или не брать. Вот розовый я бы точно не взяла. Я думаю взять нюд, он мне кажется будет прикольный. Вот и в школу ее можно, и просто так. Срок годности до 24-го года, но он здесь последний. А, это тестер, да. А, вот, и стоит он 895. Кладем в корзину, смотрим. О, смотрите, какие тут, это карандаши. О, вот это мне уже нравится. Вот такой оттенок вообще замечательный, мне кажется. А может быть, он даже и мой любимый. Вот этот мы точно возьмем. Этот, так, сейчас подумаю. Два точно вот эти возьмем. 373, они по скидке 30%. Так, сейчас давайте их сразу все возьмем. Эти темные, эти одинаковые. Я возьму вот эти три карандаша для губ. У них практически одинаковый оттенок, но на губах они будут смотреться вообще по-разному. Берем их. Смотрите, тут еще нашла вот такие палетки Revolution. Очень яркие, красивые. Это, допустим, летний арбузик. Также есть шоколадки. Давайте тоже по ее посмотрим. О, смотрите, какие цвета тут. Идеальная палетка просто. Так, если она есть в наличии, я ее возьму. Но мне кажется, ее сейчас не будет в наличии. Как назло. Кстати, нет, нет, нет. Не надо такого счастья. Так, это не оно, не оно.
И это тоже не оно. Спасибо. О, смотрите. Что я вижу? Они одинаковые. Мы ее берем. Цвета мне тут очень понравились, потому что нюд – мое все. Очень люблю такие цвета. Смотрим дальше. Я вот такую палетку видела в наличии. Тут вот такие цвета. Мне они уже менее нравятся. Вот такую вижу в наличии. Тоже посмотрим. Ой, это слишком много глиттеров. Мне такое однозначно не нравится. Такой палетки нет в наличии, но я ее посмотрю, потому что она красивенькая. Тоже слишком яркая какая-то. Вот такая у меня есть. Так. О, смотрите, какой монстрик. Сквиш. А, тут вот уже видно палетку. Тут будут глиттерные тени. Вот это яркие тени от Revolution. Это хайлайтеры. Я предлагаю перемещаться сюда. Это Influence. Вообще прикольная очень фирма. Отсюда еще ничего нет. Обязательно нужно что-то от нее купить. Так, начнем сверху. Это масло для губ. Вот, кровавое такое. То есть вот красненькое мы точно возьмем. Также есть желтого цвета, зеленого, синего, голубого и такого зеленого. Я возьму только красного, потому что смотреть это лучше всего. Цена 517. Тушь я точно не буду смотреть. Вот, я вижу тут помады и сразу карандаши для губ. Прикольная тема, потому что у меня нет карандашей для губ от Influence. Смотрим оттенки. Вот первый мне нравится, он светленький такой. Нет, он как будто с розовинкой и чуть-чуть с фиолетовым подтоном. Мне нравится. Так, вот такой, это вообще фиолетовый. Так, тоже фиолетовый вижу. Вот можно 11 посмотреть. Ой, вообще темный. Нет, короче, дальше уже вроде как все темно идет. Но можно посмотреть еще, в принципе, 15. Он тоже почему-то с фиолетовым подтоном. Нет, мне, короче, вообще не понравились помады. Именно, видимо, не судьба помады купить. Вот, потом мне не особо понравился. Так, дальше это что? Еще одно масло для губ вот в таком цвете. Красно-синий, посмотрите. Это не тестер случайно? О, это тестер. Это как магнит прям, тоже такой красно-синий. Можно перемешать, будет фиолетовый. Ой, ничего себе. Пахнет очень даже приятно. Короче, знаете, что предлагаю? Я предлагаю, раз мы то масло взяли в красном оттенке, такое масло взять в другом оттенке. Ну вот, допустим, просто оранжевый. Хотя нет, просто оранжевый неинтересно. Или он оранжево-фиолетовый, я просто не понимаю. Короче, беру вот этот. Еще есть вот такой стик, эффект влажной кожи. А, ну типа хайлайтер. Тут только тестер и остался. Что-то эффекта такого, ну как видно, но не особо. Запах чуть-чуть с ментолом. Ну такой интересный запах, приятный. Дальше блеск для губ. Блеск плампинг. Такой вот синенький, розовенький. А это что такое? Да. А это маска для губ и масло для губ. Вот это прикольная тема, я бы взяла такое. Потому что мы привыкли, что оно идет в таких баночках, где откручивают. Надо вот такие, я еще ни разу не видела. А, бальзам и маска. Берем. Это же не тестер, не тестер. Все, кладем в корзину. Это стоит 575 и 575. Глиттер на гелевой основе. Вот. Это к Новому году можно купить. Это тени для век такие. Они не особо удобные. Я слышала, поэтому не будем. Дальше есть также хайлайтеры. Ой, какой первый оттенок золотой. Капец, мне кажется, это перебор. А вот третий оттенок более такой космический. Синий, тут блестки. Не буду брать. При этом с такими блестками у меня куча хайлайтеров. Я думаю, что можно передвинуться к следующему бренду. Давайте вот сюда. Чуть-чуть косметики, чуть-чуть рыльно-мыльных. Я еще нашла вот такой от той же фирмы молочко для тела. Это цитрус персик и также есть миндаль и орехи. Вот так вот. А мне сейчас должны принести салфеточку для рук, чтобы вытереть это безобразие. Лосьон для тела с мандарином и с авокадо. Прикольная тема. С мандарином на Новый год вообще классно. Но я пока не хочу почему-то брать скраб, маска для лица, в общем, куча всего. У меня такие, по-моему, есть. У меня такая одна есть. Я, кстати, ни разу не пользовалась еще. А это эфирное масло. А куда его вообще можно? Это, по-моему... Типа благовоние? Да, 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 да. Вербена. Берем? Что, тебе нравится? Бери. Берем. Конечно, конечно. От вампиров. Ну да. Держи. Ксюша сериал вампирский смотрит. Ну, другой нужен. Она пытается укусить всех. Да, я всех теперь кусаю. И подходите ко мне. Ой, смотри, крем для тела, мочевина. С мыло для бани.
Давай. А бабушке мыло. Посылку не отправили? Ну нет, еще. Давай купим бабушке такое. Давай. Какое мы ей купим? Это белое мыло? Два, бери. Давай два. Бабушка, привет. Две бабушки, привет. Вот. Берем две таких вот. А, это для ухода за телом и волосами. Все, берем. Смотри, а вот это мне однозначно нравится. Это шиммер для ванны. Британская роза, бельгийский шоколад. Это как соль для ванны. Помнишь, мы в золотом яблоке покупали? Да, да, да. Предлагаю каждого вкуса взять. Тут три всего вроде как. Вот, это бельгийский шоколад, британская роза и бразильский кофе. Вот так вот. Короче, моешься сначала так просто, а потом отмываешься от этой соли, да, еще? Да. Смотри, крем сорбет для тела, вишня и арника. Что такое арника? А я тебе покажу еще что-то интересное. Смотри, коктейль для принятия ванн. Ну подожди, давай сначала вот это. Тут не понюхать, блин, а вкус... Тебе не надо крема, мне кажется. Так, подожди, это крем сорбет, во-первых. А ты вкус видела? Или смотри, вот это, например, вишня и арника. Еще там есть манго и клементин. Это какао и белый лотос. Это скраб для тела, кокос и папайя. Мыло, скраб для тела, бананы, личи. Видишь, какие тут вкусы? Понимаешь? Кофе и корица. Надо что-то взять точно. Но однозначно, смотри, при этом тут 1 плюс 1 равно 3. А-а-а. Поэтому... Берем три, да? Берем три, да. Скраб для тела. Вот такой есть. Это с чем? Такой Папайя. Есть. Сейчас, подожди. А, для тела. Так. Ну, вот это два банана личи возьмем. А это крем-баттер. Вот, смотри, бананы личи мы точно берем. Также есть кофе и корица. И есть кокос и папайя. Что взять? Ну, кофе и... Три тогда. Я лучше вот такой чуку-нибудь возьму. Нет, так они нет. Один. Нет, все действует. Нет, смотри, тогда я беру вот эти два. Вот это или вот это? Мыло-скраб или крем-сорбет взять? Ну, если тебе нужно сейчас. Для душа, возьми мыло-скраб. Мыться. Вот мыло-скраб, значит, возьмем. Все, решено. Подожди, но я не могу это пропустить. Тут еще есть вот такие штукенцы, и при этом тут тоже 1 плюс 1, и та же фирма. Смотри. С красным перцем. Еще с водорослями. Угу, спирулина. Твоя любимая спирулина. Это мы берем. Мама мне внушила, что нужно пить какую-то спирулину. Вот это мы точно берем. Так, это для мамы специально берем. Дальше есть скраб для тела, антицеллюлитный, горчица, имбирь. И есть, это крем для тела, грейпфрут и ананас. Короче, вот, мы берем вот эти две, точнее, четыре. Ошиблась чуть-чуть. Вот, и все. Ну так ты не взяла по акции. Надо еще брать одну, а третья вдогонку идет. Ладно, берем еще одну. Третья вдогонку. Тогда берем вот это то, что из чего я выбирала, собственно. Сколько и... у тебя получилось? Ты должна 9 вот, ванночек. Раз. Почему 9-то? Так, и последнее выбираем между крем-баттер, манго и клементин и крем-баттер, какао и белый лотос. С манго не хочу. Поэтому берем с какао. Все. Кладем и идем дальше. Косметики. Тут дальше идет... А вот это для ванны, которая... Ой, как же... Мама, спасибо, что напомнила. Спасибо, мама. В общем, так. Вот это, да? Коктейль Куба. Кокосовая вода и тропические цветы. Знаешь, мне цена нравится очень. 59 рублей. Супер. Угу. Кокосовый рай. Я предлагаю каждый по одной взять. Ну да. Кокосовый рай, Гавайи, ананас и гибискус, Бали... Коктейль. Вау. Так, Бали с чем? Я тоже много чего хочу. Да, да. Я тоже первое. Хочу, да. Хочу на Кубе делать. Я там не знаю, что там можно делать. Так, Мальдивы мы брали. Мы брали билет на Мальдивы. Нет, на Мальдивы не брали. Гавайи брала? Да. Так, Таиланд вот еще есть. Таиланд тоже нужен. Таиланд тоже нужен, да. Таиланд и что это? Япония. Ух ты! Туда-туда. Побываю много где. Смотри, вот еще есть такая соль для ванны с пеной. А, прикольно. А это по что? По 69 рублей. Угу. Про что-то я не знаю, что? Должна вот. Рассоль. О, это с клубничкой. Это с пончиком каким-то. Так, ой, как пахнет от них вкусно, капец. Так, это с апельсином. Короче, я предлагаю все, это достаточно. Идем, точно идем. Так, это мы проходим. У меня голова закружилась. Сейчас, стой.
Так, тут ничего не надо, я успеваю еще подглядывать, что это. О, пойдем к Блеску. Ребят, мы даже одного отдела не прошли. Капец. Так, идем сюда, быстрее. Мне еще так жарко, трэш. Ребят, пишем в комментариях, хотите ли вы распаковку этого всего дома. Если хотите, то пишем в комментариях. Вот так. Дальше мы дошли до вот таких Блесков. Смотрим, что тут есть. Есть от Carmex. Вот такая помадка. Думаю, Carmex какую-нибудь взять. И все. Вот. Это с ягодками. У меня такой вообще нет помадки. И, кстати, такой тоже нет. Но я хочу взять эту. Мне кажется, она будет прикольная. Вот. Ничего нового от Итма я не увидела. Здесь у меня это все есть. Вот. Поэтому проходим мимо. Пойдем в корзину. И идем дальше. Тут все для волос. Давайте без корзины пройдемся просто уже. Так, может быть, я тут просто найду то, что я хотела купить определенное. Может, я вспомню. Я не знаю. Но вообще так мне ничего на первый взгляд не нужно. Короче, мне ничего не нужно. Идем дальше. Мы пришли в отдел с масочками. Я вообще не хочу покупать много масочек, потому что у меня их и так много. Но я нашла тут прикольную масочку. Мне она понравилась. Вот, посмотрите, с вазелином. Вазелин, все же знают, да? Вот. Я тут вижу ее двух. А, нет, целых трех разных ароматов, так сказать. Трех разных функций. Да, всего три. Поэтому мы их и возьмем. По стоимости 179. Кладем в корзину. А так здесь на самом деле очень много масок. И с улитками моими любимыми. И вот корова тут даже есть. И с пандочками. Смотрите, LPCAR. Кстати, прикольные. Вот. Также вот такие есть масочки. С такими, как типа мороженки. Молочко. И так далее. И вот с другой стороны, даже с ребенком есть масочек. С йогой есть, с авокадо. Вот с такой женщиной есть. С брокколи. О, с брокколи. О, вот эти прикольные маски. С брокколи, с помидором. Я хочу взять с помидором и с этим. И с миндалем. Вот. Там еще голубика есть. Ну ладно, с голубикой не будем брать. Да, все, вот. Выбрала еще две масочки. С томатом и миндалем. Все. Так, полежи пока, мы пойдем дальше. Тут есть патчи, куча патчей. Посмотрите, какие прикольные упаковки. И патчи, кстати, недорогие, всего 600 рублей. И они эксклюзивны в подружке. Вот. Так, идем дальше. Тут все уже такое обычное. Ну, хотя тут есть прикольные умывашки, но я не буду брать точно умывашки сегодня. Ребят, пишем в комментариях, у кого есть подружка в городе. Ставим плюсики. Идем дальше вот туда. Так, а мы тут не были. Предлагаю зайти. Так, вот такие... О, смотри, это что, шампунь для волос? Шампунь и кондиционер. Класс. С яйцом, да. Огромные просто. О, и духи тут есть, смотрите. О, вот эти, кстати, прикольные. Но почему-то с ванилью нет теста. Хотела понюхать, но ладно. Витивер. Так, вот такие тоже тут есть вкусненькие. С лолипоп. А с ванилькой также. Вот. Короче, куча ароматов. Идем дальше. Кстати, в подружке также есть вкусняшки. Вот такие даже обеды есть. О, мамба, просто вкус детства. Бенбузл. Также тут можно купить вот такие конфеты Гарри Поттера. Джелли Белли, пасты, топпинги и куча всего. Вот. А что такое? А это жевательные конфеты. Вот так. Мы дошли до самого яркого отдела. Смотрите, тут есть такие блески, как газировки, мороженки, блески еще вот такие. Короче, куча всего яркого и интересного. Смотри, вот очень красивая. Как мед. И вот такие мы раньше покупали, как-то помню, она нам супала, помадка такая. Такая младшая была, да, мы такие только убрали. Вот такая фирма есть, это что, это Lovely. У них есть помадка, как-то я покупала, до сих пор ее не потратила. Вот какого-то такого оттенка, вот такая. Прям точь-в-точь. Вот. Ну и, в принципе, все. Ну все, ребят, я довольна покупками, теперь идем домой. Распаковку буду делать, если вы наставите кучу лайков и плюсов. А на этом, ребят, всем пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.